Музыка, танцы, развлекательная программа. С этого стартовали в Рязани дни финансовой грамотности. Как не попасть в лапы мошенников? Сколько ваш рост будет в купюрах? И как проверить деньги на подлинность? На все эти вопросы отвечают профессионалы. Подходили без стеснения. Финансовые консультации предусмотрены для всех. Это и школьники 9-11 классов, которые уже посмотрели урок с губернатором по финансовой грамотности. Это и студенты, с которыми также уже проходят лекции в большом объеме. И рабочие люди, и пенсионеры. Под каждого разработан свой контент, есть свои преподаватели. И мы, наша цель – достучаться до каждой рязанской семьи. А обучающих мероприятий предусмотрено солидное количество. Почти 200 уроков, лекций и консультаций. Причем как с личным участием граждан, так и через онлайн-общение. Например, через портал госуслуги. Проходит сейчас и всероссийская конференция, посвященная дополнительному образованию по финансовой грамотности. Будет интересный проект для обучения государственных и муниципальных служащих во всех районах Рязанской области. Вот тем самым мы хотим, чтобы наши люди рязанские, они были счастливы, удовлетворены своим финансовым положением и развивались дальше. Для желающих узнать больше об истории банковской системы города в 19 и начале 20 веков провели экскурсию «Рязань финансовая». Кроме того, прямо на месте работал лекторий, в котором эксперты помогали слушателям получить дополнительные финансовые знания. Те, кто не смог попасть на праздник, не отчаивайтесь. Событий в ближайшую неделю финансовой грамотности еще будет предостаточно.